Вот мы здесь, молодежь, все собрались, обучаемся. У нас были лекции по госперевороту. Мы сейчас научились делать госпереворот. Да-да, были у нас такие лекции, я не вру, серьезно. Мы сейчас научились делать госпереворот, и было сказано, что 8% негативно заряженной массы хватает для того, чтобы сделать переворот в стране. Все ребята окончат институт, окончат магистратуру. Рабочих мест нет. Мы образованные, мы все умеем, но есть большая коррупция. На места мы никак не попадаем. У нас есть одно решение – это революция. Но мы не хотим быть революционерами. И еще. Достаточно влить чуть-чуть денежек, и все мы выйдем на митинг. Мы, как взрывоопасная смесь, мы готовы вспыхнуть, потому что мы недовольны властью. Мы не получаем социальной справедливости, социальных гарантий, бесплатного обучения, общежития. Нам приходится работать по ночам, чтобы оплатить себе учебу. Вы врете на самом деле о том, что обучение бесплатно.